Димаш! Можешь сам это произнесешь? Да, мы уже поняли. Это казахская народная песня. Радивербация от этого инструмента просто чума. Очуметь, как звучит. Согласен, бро. Блин, я чуть не наделал тут кирпичей. Потому что это было так громко. Вроде бы все так мирно звучало. А потом бац. Эти звуки как из какого-то ужастика. Да-да, точно. Такое и есть в фильмах ужасов. Боже мой. Я думаю, что он там держит? А это микрофон. Это было неожиданно. Я обожаю вот это начало с таким плотным, красивым голосом. Мне нравится, как идеально вставлены эти звуковые эффекты. Они попадают прямо в такт, точно в каждый слог каждого слова. И у нас там этот инструмент, который я не знаю, как называется. И он играет на нем настолько нежно, как мягкое одеяло поверх музыки. Вот как он берет эти верха и сразу же опускается вниз. Он же, получается, поет фальцетом и потом резко падает вниз. Еще и это вибрато, как вишенка на торте. И он делает все это так плавно. Я слышал, как другие певцы пытались сделать это. И знаешь, звучит не айс, а для него это как пальцем об асфальт. Это вроде бы не крикливо, но это крикливо.
Извините, я не хотел делать паузу. Я просто хотел сказать, если вы дадите ему любую рок-песню, он же просто ее отмудохает. Короче, угандошит. Вы слышали, как круто он здесь звучит? Да, чувак, для меня это был просто атас. Это будет мое любимое. Вот он всегда в своей стихии. Что бы он ни пел, он всегда в своем репертуаре. Он поет эти казахские народные песни. У казахов что, такие народные песни? Да ты чё? Обалдеть. Я чуть не прослезился. Еще бы грамм.